Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая достаточно тревожная посылка. Почему тревожная? Потому что внутри находятся тапочки. А все, что связано с одеждой, с обувью, очень часто бывает не подходит по размеру. Посылка приехала с Гербеста. Заказывал я самого большого размера, 45-46. Так, ну, уже немножко отлегло у меня, видите, евро 46. То есть, похоже, отправили самый большой из имеющихся. Другие модели, к сожалению, отсутствуют в больших размерах. А вот эта моделька, она есть вот такого нужного мне размера. Так, еще, конечно, придется их померить. Да, еще раз указано уже на самих тапочках 45-46. То есть это самый-самый максимум, который производится данным производителем. Другие модели с отверстиями, они, к сожалению, там, по-моему, максимум 44 размер. Даже 45-го нет. Эти тапочки также сделаны из материала, который называется... Так, здесь указано или нет? Да, указано. Вот, видите, EVA. Это, насколько я помню, этиленвиниламид. То есть это такой очень мягкий полимер. Очень гигиеничный и, ну, достаточно дорогой по сравнению с другими вариантами. Если вы будете приобретать тапочки где-то, ну, в российских магазинах, и они будут... достаточно недорогими, там, не знаю, за 100, за 200, бывают такие тапочки рублей, наверное, бывают, то, конечно, будет полимер совсем другого качества, то есть это будет не EVA, вот этот материал, дорогой, а будет что-то более бюджетное, попроще. Вот, но, соответственно, не такой мягкий, чаще будет они выходить из строя, где-то рваться, трескаться, лопаться. Так, но меня все еще заботит размер. Поэтому я приготовил рулетку и хочу сделать соответствующий замер. Вот от самой вроде бы крайней точки до самой крайней точки на заднике. Ну, видите, ну максимум, что здесь есть, это 29 сантиметров. То есть не 30 сантиметров, а только 29. Имейте это в виду. И то, ну да, 29, тут, ну, в зависимости от того, как я располагаю вот здесь сантиметр, то, ну да, 29 условно здесь имеется. Тапки, которые использую я сейчас, они 30 сантиметров в длину. Вот, поэтому эти будут несколько, немножечко меньше. Но у моих есть некоторый запас, поэтому да, сейчас примерю вне кадра. Вот такие тапочки использую я сейчас, старые свои тапки. Здесь 30, вы видите. Ну, ощутимо, в общем, они больше. Но, тем не менее, в общем-то, 29 сантиметров в длину. Так что померите свои удобные тапки перед тем, как заказывать эти. Если у вас 29 сантиметров, то можно смело заказывать. Если меньше, ну, будьте аккуратны. Будет как бы у вас в упор. Вот я сейчас надел. Они мне подходят. Ну, в общем-то, все прям очень-очень в упор. То есть пятка не здесь находится, а прямо вот по краю фактически. Но пользоваться можно. Вот такой 45-46 размер у китайцев. Даже вот здесь какой-то вкладыш, по-моему, у других тапочек я вкладышей не помню. Но это какой-то другой производитель, Фрити Лого. Видите, Фрити — это производитель, который каким-то образом связан
с компанией Xiaomi и делает для них продукцию. Вот, никаких упоминаний про Xiaomi здесь нету. Просто Фрити, вот этот производитель, свой лого и свой бренд разместил на упаковке. Упаковка вот такая симпатичная достаточно. Видите, пакет с завязками. Вот, и эти тапки есть в белом цвете и есть в черном цвете. Я заказал белые, потому что, в общем-то, планировал их использовать, ну, летом, когда солнечно. И если на пляже, например, то вы часто могли сталкиваться, если яркое солнце, то тапки нагреваются реально сильно. И надевать их, ну, такое удовольствие, ну, не очень большое удовольствие, не из приятных ощущений, когда раскаленные тапочки. Но белые будут лучше отражать, в общем, солнечные лучи. И я решил вот помимо темных иметь еще и вот такие беленькие. Свежо, симпатично и, в общем-то, под солнцем не так греются. Вот такая распаковка. Тапки, если размер вам подойдет, то они очень качественные. Видите, такие приятные изгибы. Вот сейчас у меня одна нога как раз в этих тапочках. Честно сказать, снимать не хочется. Такие они приятные вообще. Пружинят так хорошо. Я так ногой. Ощущения приятные. А стоимость их примерно, ну, где-то от $12 и выше. Там 12 с чем-то долларов бывает. И подороже продавцы их продают. Ну, в общем, за 12 с чем-то их можно обнаружить на Алиэкспрессе. На Гербесте, как обычно, цены то повышает Гербест, то понижает. В общем, будут они наверняка за 12 с чем-то и на Гербесте. Но кому не хочется ждать, переходите по ссылке внизу в описании. На Алиэкспрессе можете запросто их приобрести уже сейчас за стоимость примерно 12 небольшим долларов. Вот такая маленькая распаковка очередных тапок. Поставьте лайк, если она вам была полезна, если вам интересна эта тема. И если вы любите смотреть распаковки совершенно разных товаров из Китая, то вот здесь подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!